Революция в Нидерландах началась с иконоборческого движения 1566 года. Плебс, подзадориваемый проповедниками, разорял католические храмы. Головы, по счастью, рубили статуям святых, не согражданам. С уходом испанцев прежнее господство католической церкви рухнуло. Теперь на ее месте церковь кальвинистская. Для искусства Северной Европы это имело большие последствия. У протестантов особой потребности в религиозной живописи нет. Художникам приходилось теперь искать героя не в библейской истории, а в современности. Лейденский художник Исаак ван Сваненбюрг в роли героя современности увидел самого себя. Исааку Сваненбюргу 31 год. Наслаждаясь собственным мастерством, он пишет замечательный автопортрет. Автопортрет за написанием автопортрета. Через 92 года Рембрандт реализует близкий сюжет. Настроение, правда, совсем иное. Перед нами блестящий образец канона, по которому будут написаны тысячи портретов деятелей и бенефициаров голландского Золотого века, в том числе и не в последнюю очередь Рембрандтом. Что характерно для этих портретов, равно мужских и женских, прежде всего принципиальное единообразие. Для женских портретов точность передачи черт и серьезность. Никакого приукрашивания в плане добавленной миловидности. Украшением полагали нечто противоположное. И Рембрандт потом в портретах, выполненных им на заказ, при всей свойственной ему отваге, держался в общем того же. По единому шаблону пишет Исаак лейденских патрициев, их жен и детишек. Фигура выдвинута вперед, одежда, как правило, черная, неброская, однако богатая. На темном фоне превосходно выглядит герб, древний, либо недавно приобретенный. Атрибуты указывают на поприще, которое герой удостоил своими заботами. У художника они свои, а здесь надо полагать начальник городской стражи. Портрет господина Вармонда, лейденского мэра. На картинах предшествующей эпохи череп задает особый строй размышлениям. Он был атрибутом святых, отвергнувших все земное. Мысли господина мэра обращены явно не к небесам. С черепом
обходится он фамильярно. Да и череп здесь лишь за тем, чтобы подчеркнуть солидность положения мэра в земных делах и заботах. У художника было свое особое отношение к званию мэра, а о причинах того чуть позже. С портретов Исаака Сванинбюрха взирают на нас довольные собой, успешные люди, богатые, пользующиеся почетом. Это внуки романтиков, которых писал Лука Лейденский. Люди зарождающегося нового времени весело и отважно смотрели в будущее, которое им предстояло создать. Они уверены как в чистоте своих целей, так и в собственных силах. Такого типа самоуверенность обаятельна и внушает уважение. Уверенность их внуков основана на другом, на собственном праве пользоваться достигнутым. Это уверенность иного типа, далекого от романтики и отваги, суть ее прежде всего – самодовольство. Любопытные изображения детей. У девочек в руках куклы, и сами девочки на кукол похожи. Словно портрет призван предсказать будущее. А будущее, в свою очередь, не должно выпасть из заданной портретом схемы. Приглядимся к кукле. Ее прическа, наряд останутся в моде у дам, которых Рембрандт напишет через полвека. Удивительное постоянство вкусов. В начале 17-го столетия, незадолго до появления на свет Рембрандта, маститый Исаак Сванинбюрх готовит эскизы для витражей в соборе города Гауда. Сюжет посвящен героической обороне Лейдена, победе над испанцами. В центре – лидер Нидерландской революции принц Вильгельм Оранский. Прижизненное изображение принца выполнил голландский художник Адриан Кей. Сванинбюрх им воспользовался, перенес витраж. Портретное сходство бесспорно, не придерешься, и форма усов, и воротник, и кафтан с золотым шитьем – все как надо. Главное, однако, в другом. С картины куда-то сквозь нас отрешенно глядит задумчивый, погруженный в себя интроверт. А с витража озаряет зрителя внимательным взглядом совсем иной человек. Практически ничего не меняя в чертах лица принца, опытный портретист Сванинбюрх совершенно поменял его выражение. Освободитель Лейдена чудесным образом начал напоминать портрет самого художника 30-летней давности. Исаак ван Сванинбюрх имел все основания полагать себя мастером, достойным отразиться в любом образе, вплоть до божественного. В отличие от других, тех, допустим, чьи портреты писал, он творит сам и этим исполняет волю Всевышнего. Отсюда необычность его автопортретов. Персонаж в царской горностаевой мантии не случайно напоминает внешностью Сванинбюрха. А ведь перед нами ни много ни мало евангельская притча о божественном сеятеле.
Творчество Исаака ван Сваненбюрха автопортретами не ограничивается, а сама жизнь его вместила еще многое, помимо искусства. В следующем фильме познакомимся с другими гранями жизни и творчества мастера Исаака ван Сваненбюрха, лейденского предшественника Рембрандта.